Друзья, всем привет! Вы присутствуете на историческом моменте, на открытии мини-склада в городе Оренбург. Пришли коробки. Вот он наш мини-склад, долгожданный. Ждали 10 дней. Пока товар шел, половина уже распродалось. А все это ждет к раскладыванию. Здесь вот уже пакетики, это собранные заказы. Кто звонит на 3 раза в день и спрашивает, где же мой заказ, где же мой заказ. Обратили внимание, что изменился дизайн на гелях, он очень красивый, прям хочется попробовать, а гель такой же или изменившийся? А вот, мужские тоже, смотрите, какие красивые. Это я к тому, что это отличные подарки на Новый год. Не будем долго о продукции. Сейчас я хочу вас познакомить с Аленой Беловой. Это мой партнер, а также это держатель склада. И по всем вопросам вы можете обращаться к Алене. А в нашей группе по складу есть контакты, режим работы, правила работы нашего склада. Поэтому, друзья, ознакомьтесь, обращайтесь. Мы работаем для вас, улучшая сервис. Все в процессе, скоро будет у нас красивый офис. Все зависит от нашей плодотворной работы, правда же? Конечно. Стараемся улучшить условия, да, вашей работы, потому что когда я начинала, не было ни склада, продукция шла очень долго и были продажи. А сейчас очень много пожеланий, что люди вот хотят быстрее, хотят быстрее. Ну, мы всегда ищем позитив, поэтому вот он склад для вас, обращайтесь. Ну и, наверное, Алена хотела пару слов сказать для вас. Дорогие партнеры, мы приглашаем вас к сотрудничеству. Наша команда номер 1. Ребята, у нас открылся склад, все за продукцией к нам, всех ждем, всем будем оперативно отвечать и писать. Дорогие друзья, это наш маленький мини-склад. Пока он такой еще, но мы думаем, что он скоро будет расти, и заказов будет у нас очень много, и, соответственно, товара тоже будет намного больше. И у нас откроется офис. Но, тем не менее, все, что сейчас есть в наличии, все в вашем распоряжении. Пожалуйста, женские духи, дальше мужские. Пока шел склад, уже многие позиции разобрали, поэтому уже видите, что полочка опустела. Также, ребята, к нам пришли новинки. Это масла для наших волос, чтобы наши волосики выглядели здоровыми, шелковистыми и красивыми. Все для вас, ребята. Еще нам склад с Казани предоставил вот такие чудесные пакетики, в которых мы можем отдавать товары нашим партнерам. Ароматизаторы воздуха для машины. Так. И уже, конечно, уже отложенные заказы. Кстати, в наличии имеется коллекция амплуа. По всем вопросам пишите мне ВКонтакте. Алена Белова. Я держатель склада в городе Оренбурге. А сейчас я предлагаю пройти и посмотреть, как же происходит прием заказов на мини-складе в городе Оренбург. За мной. Вот такое рабочее место, где сидит Алена и принимает заказы. И как раз сейчас у нас идет рабочий момент. Алена за принятием заказа. На нашем складе все серьезно. Каждый ваш заказ сбивается в накладную. Поэтому можно быть уверенным, что все будет подконтрольно, четко, с суммами. А также у нас ВКонтакте есть наша группа. Каждый день обновляются остатки на нашем складе. Ниже вы увидите график работы склада, контакты и правила нашего склада. Рекомендую, прежде чем обращаться на мини-склад, ознакомьтесь с правилами, чтобы потом не было сюрпризов. Ну, правила, они созданы для порядка системы, да, во всем нужен порядок. Еще раз рада с таким замечательным событием. Ждем ваших заказов, работаем для вас. Скоро Новый год. Я желаю, чтобы в декабре осуществились все ваши самые заветные мечты и достигнуты самые высокие квалификации. Наняли работника зав складом. Да, зав складом. Все нам здесь положили, Настя? Все нам положили тут?
С вами была Олеся Селезнева. Всем до связи, всем пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.